На канале ТВЦ состоится премьера четырехсерийной детективной мелодрамы «Репейник», выход которой ожидается 11 октября. Фильм снят по мотивам одноименного романа Виктории Платовой. В центре сюжета сериала «Обычная девушка» Варя Алябьева, которая работает в ботаническом саду с растениями. За ее сложный и колючий характер Варю называют «Репейник». Однажды, придя в очередной раз на работу, девушка с ужасом узнает, что на территории ботанического сада совершено жестокое убийство. Как рассказывают местные, это место проклято, и в окрестностях питомника такие убийства случались не один раз. Все жертвы – молодые девушки, но загвоздка в том, что полиция уже поймала маньяка, и он благополучно сидит в тюрьме. Но возможно так, что в тюрьму посади совсем невиновного человека. Подозрение следствия падает на сотрудника ботанического сада Константина с интересной фамилией Ангел. Но Варя всем сердцем убеждена, что Костя не мог совершить такое жестокое преступление. Он, конечно, немного странноват, не особо любит людей, но все-таки ей кажется, что он просто хороший человек, который попал в серьезную беду. И поэтому она начинает свое собственное расследование. Главные роли в сериале исполнят Сергей Пиора, Анна Ливанова, Майя Вознесенская, Дмитрий Исаев и другие. Премьера четырехсерийной детективной мелодрамы «Репейник» состоится 11 октября на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.